Вот это мне нравится. Дома, как сундук какой-то. Вот эти вот, посмотри. Вот это старые деньги, типичные. Смотри, какой въезд, какая въездная группа сделана, да? Как во Франции. Напоминает что-то. Смотри, под камерой сейчас нас заштопают русские нас. Да нет, можно, конечно. Даже нужно. А не видно вообще на фотографии дома. Синий какой отвратительный дом, посмотри. Такие беженцы хохлядские. Пошли, пошли, что-то встало там. Сюда.
Здравствуйте. Это она поздоровалась. Да? Мы тоже рады ее видеть. Какая погода хорошая, хоть пройтись. Вы можете в лес войти и кольцо сделать. Выйдите туда. А куда мы выйдем, кстати? Где все гуляют. Можно на Песчаную улицу выйти. А в ту сторону идти? Можно выйти к вышке туда. Да, а как? А вход здесь вот. А я не знала, сколько здесь хожу. Там все видно будет, и понятно. Ой, а вы знаете, я хочу что спросить. А вы не знаете, вот с той стороны, вот там вид на город, на эту башню Газпрома, там никак... Есть. Там такой, как замок такой красивый стоит. Не замок, замок это понятно, туда дальше. Лавтоцентр, там да, видно. Вид. Это надо вон на горку подняться, оттуда, где подстанция, оттуда снимки можно. Мы салют оттуда смотрим. Вот спасибо. Видите, там доски лежат. Да, да. Чуть-чуть проходите и налево сразу поворот, там видно. Ой, спасибо большое. И по нему так видно тропу. Ага. Все гуляют здесь. Ой, мы... Здрасте. А мы только по асфальту. А вы спасибо по ней, большое. Все по лесу гуляют. А-а-а. Вы что? Там пойдем шикарно, туда. Шикарно, туда мостки, пруд пройдете, да, там да. По мосткам, все видно. Где. Ой, спасибо огромное вам. Спасибо. А спасибо. Вы откуда? Да мы из Токсова. Но мы здесь гуляем, там нечего смотреть. У вас здесь только что-то красивое. В Токсово, я всю жизнь прожил там. Там красиво. На Кривуху выйти, потом к Северному склону. Туда. Ну, да. Но и на Кавловск. Но нам здесь больше нравится. Здесь заасфальтированная дорога. Кстати, погода вот в этом году, да. Вот, как в 1969-м я заканчивал школу в Токсово. Ага. Было солнце, мы на Кавголовском озере к экзаменам готовились, загорали, на крыше там лежали. Во, погода была. И в этом году, похоже, повторится. Ты, значит, летом, предполагается, будет окей? Не знаю, как лето, но май вот разогревается. Ага. А, да, да, да. В мае редко сейчас уже купались. А раньше мы всегда в мае уже купались на Кавголовском. Серьезно? Всегда. Вот, значит, климат был лучшим. Изменился, как климат. Да, мне мать то же самое рассказывала, да. Что раньше было лучше. Теплее. А матушка тоже токсовская? Нет, мать из Петербурга. Ой. Мать из Петербурга. У нас здесь... Моя в Токсово живет сейчас. Живет, да? Да. Ага. Но сейчас здесь очень много приезжало людей чужих уже. Токсово уже не то, как говорится. Да, подмостроили, конечно. Уже да. Все. Другая атмосфера. Вот здесь нам нравится. Ладно, удачи. Спасибо давай. Большое, да, всего доброго. Пойдем по экотропе. Да, да, да. Ну, я хочу, честно говоря, там дом посмотреть. Ты видишь, ты... Нет, мы выйдем. Ага. И ты знаешь, с этой стороны вполне может быть... Ага. Здесь что-то увидеть. Ну, вот видишь, разговаривали с хорошим человеком. Ага. Понимаешь, и он нам все рассказал, как надо жить в ближайшие полчаса. Это очень важно. И тем более, смотри, какой здесь интересный вид. Я никогда не видел, а его участок, это он хозяин этого дома. С этой стороны, это интересно. Смотри, как интересное освещение вот там, да, за этим таким миленьким, да, домиком, да, да. Там хорошо сосны освещены. Угу. Красиво. Говорит, все гуляют. Ну, слушай, здесь такие доски, я бы не подумал, что здесь ага, что-то к чему-то может привести эти доски. Но мне сначала показалось, что он это немножко...